Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем красить пасхальные яйца без химических красителей с помощью луковой шелухи. Кроме того, быстро и просто распишем их, используя один натуральный ингредиент, который всегда есть на любой кухне. Получаются своего рода писанки, без применения сложной технологии нанесения воска. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Берем старенькую кастрюлю из нержавейки, помещаем в нее 50 граммов промытой от пыли луковой шелухи, сверху выкладываем белые сырые яйца, протертые уксусом, заливаем водой такой же температуры, как и яйца, в объеме 1,5 литра, добавляем 1 столовую ложку соли, аккуратно закапываем яйца в шелуху и отправляем на умеренный огонь. Ждем, пока содержимое кастрюли закипит. И с этого момента варим яйца на медленном огне 10 минут. Затем достаем яйца из отвара. Погружаем их на пару минут в холодную воду. Выкладываем на бумажное полотенце и даем полностью остыть. Дальше наливаем в какую-то емкость немного столового 9% уксуса, достаем ватные палочки и начинаем творить. Берем окрашенное остывшее сухое яйцо, смачиваем палочку в уксусе и наносим рисунок на свое усмотрение. Лучше начинать с самого простого, чтобы приноровиться. Например, рисуем вдоль яйца прямые линии на одинаковом расстоянии друг от друга. Также легко и просто наносятся поперечные линии. Чтобы края идеально сошлись, можно сначала легонько очертить элемент будущего рисунка мокрой от уксуса палочкой, а потом с нажимом пройтись по нарисованному следу. Если яйцо прокручивать против движения ватной палочки, краска будет вытираться быстрее. Также хочу отметить, что на весу рисовать не очень удобно. Лучше руку с яйцом положить на устойчивую поверхность. Неплохо смотрятся в таких рисунках самые простые точечки. После того, как прочувствуем процесс, переходим к более сложным рисункам и даем волю фантазии. Рисовать можно все, что угодно. Делается это легко и быстро. А яйца получаются очень красивыми.
В завершении смачиваем ватный диск подсолнечным маслом и протираем им яйца для придания блеска. Вот и все. Расписные пасхальные яйца готовы. С наступающим праздником Пасхи! Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.